Греческий чечевичный суп. Замочите одну чашку, 300 мл, чечевицы на 2-3 часа. Пять столовых ложек оливкового или подсолнечного масла. Одну луковицу мелко порезать. Один большой помидор натереть на крупной терке. И один зубчик чеснока. Пожарить лук до золотистого цвета. Две картошины положите целиком в кастрюлю. Добавьте чечевицу, 1,5 литра воды. Три лавровых листа. После закипания варить 1,5-2 часа на среднем огне. Посолить, поперчить на ваш вкус. Как только картошка станет мягкой, выньте ее и разомните. Затем верните в кастрюлю. Наш суп готов, пора к столу.